Данный видеоролик сделан с целью ознакомить всех пользователей гидробортов Антео с системой аварийного открывания. Перед тем, как приступить к самой операции, убедитесь, что все предохранители в порядке. Убедились в целостности предохранителей, переходим к процедуре аварийного открывания. В первую очередь требуется открутить защитный колпачок с катушки на гидроцилиндре. Под колпачком скрывается клапан, который нужно выкрутить против часовой стрелки до упора. Повторяем эту процедуру на всех четырех цилиндрах. Возвращаемся в блок, где мы проверяли предохранители. В нем установлены еще три клапана. Нажимаем на самый большой клапан, проворачиваем по часовой стрелке и фиксируем. Простым нажатием на два или на один клапан производим открывание лопаты до нужного нам положения. В том случае, если гидроборт отказывается подниматься путем перевода джойстика в верхнее или правое положение, вам придется поднимать его с привлечением посторонней помощи. Если в вашем распоряжении окажется штабелер или погрузчик, то задача многократно упростится. Закрепите лопату как можно надежнее. После того, как вы закрепили гидроборт, не забудьте привести все клапана в изначальное положение.